В этом году объем гособоронзаказов в Саратовской области вырастет на 20%. Такой прогноз дают специалисты. В предыдущие годы развитие этого направления находилось на уровне 10-15%. Наиболее крупными исполнителями государственных контрактов в рамках оборонного заказа в регионе являются несколько предприятий. Особое место в их числе занимают те, которые смогли снизить свою зависимость от госзаказов, а значит, могут конкурировать на рынке гражданской продукции. Одно из таких предприятий – «Сигнал». О последних разработках завода в следующем материале программы. От разработки идей до выпуска готового изделия. Полный цикл производства деталей для авиационно-космической и газовой отрасли осуществляют на энгельском заводе «Сигнал». Разработанные конструкторами предприятия приборы могут эксплуатироваться в самых жестких условиях, включая высокие температуры и интенсивные нагрузки. Мы действительно сейчас делаем большой акцент на качество. Перегружаем практически механическое производство. У нас в реализации проект «Ньюлайн». Это проект нам делала фирма «Ньюлайн». Вот, будет задействовано где-то 8 с лишним единиц установочного оборудования. Собственное литейное и механическое производство позволяют «Сигналу» не зависеть от внешних факторов, а постоянное обновление оборудования дает возможность наращивать объемы выпуска продукции. Закупка новой техники уже позволила сократить время производства в 10 раз. Это однозначно будущее нашего предприятия, потому что рост производительности труда, он без модернизации производства, без новых технологий, нового оборудования, он невозможен фактически. Поэтому есть путь один. Вот, это только новые технологии. Их надо осваивать, внедрять. И только так можем идти вперед. С этих станков выходят детали, которые используются практически везде, начиная от авиации, заканчивая автомобилестроением. Самое сложное, признается в руководстве, подготовить специалистов, которые смогут работать на сложнейшем оборудовании. Таких специалистов очень сложно. Они, как правило, свой опыт передают из поколения в поколение. То есть вновь прибывшие работники обучаются, стажируются. То есть первые полгода они даже не подходят к прибору без наставника. Всю сборку происходит в процессе обучения. На современном рынке сложно оставаться в лидерах. Конкурентов все больше и больше. Но у энгельского «Сигнала» заказов сегодня в избытке. Здесь даже подумывают о том, чтобы наращивать объемы производства, поскольку сейчас мощностей не хватает для того, чтобы обеспечить всех клиентов. Елена Губенкова, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.